многочасовое отсутствие электроэнергии будут отвечать главы районов и муниципалитетов. В понедельник на аппаратном совещании в режиме видеоконференц-связи с муниципальными образованиями глава региона Шалбан Караул напомнил всем ответственным и прежде всего руководителям муниципалитетов, что они персонально отвечают за многочасовое отключение электроэнергии в населенных пунктах. В каждой подобной ситуации штаб возглавляет председатель администрации района, подчеркнул глава республики. И нужно четко отработать порядок действий при аварийных отключениях света и работу систем жизнедеятельности в зимний период, отметил он в своем обращении. Также глава региона поручил членам правительства принять пошаговый план действий по реализации всех предложений, озвученных в послании, которые были сформулированы, исходя из запросов общества. Но прежде всего он обратил внимание на поддержку малых сел и улучшение пассажирских и межмуниципальных перевозок. Каждый из членов правительства должен найти свое место в этой работе. Кроме того, обсуждая вопросы доступности спортивных достижений для населения, глава республики подчеркнул, что новое управление МЧС, президентское кадетское училище и другие объекты вместе с их спортзалами были построены благодаря настойчивости республики. Поэтому нужно организовать работу этих залов так, чтобы они были доступны и другим жителям, в первую очередь детям. В завершении председатель правительства предложил провести республиканский съезд работников культуры в селе Сороксеп, где предстоит открытие нового дома культуры.